Так, в му... А, стой, А чё ты улыбишься, я не понял, тебя опять кинуть? Всем привет, дорогие друзья, с вами Фабитик, и добро пожаловать в The Baby in Yellow, а точнее, Карапуз в желтом. Я в эту игру никогда не играл, и поэтому сегодня я решил ее заснять, потому что почему бы и нет, там вышла какая-то обнова. Так как у нас Рождество все-таки скоро, Новый год, на дворе уже скоро, 2023 год, поэтому почему бы, в принципе, не сыграть в тематический уровень. О май гад. Вообще... Я, в принципе, так-то знаю, что в этой игре надо делать, плюс-минус. Здесь должен быть как... А, вот ты где. Короче, карапуз какой-то, да? И что-то с ним будет жесткое происходить. Вот что я знаю. Вот что мне нравится, по крайней мере, в этой игре, это то, что здесь так светло, здесь так весело, нет никакой темноты, потому что, как бы, темнота — это плохо. В темноте я ничего не вижу, потому что, свет отовсюду в мое лицо светит. А я еще пытаюсь что-то разглядеть. Ну шо, пуп? Ты чё смотришь на меня своими оранжевыми глазами? Чё, мне тебя брать? Ой-ой-ой. Давайте его будем называть карапузом. Я, в принципе, изначально решил его называть карапузом, потому что, пардон. Такс, что мне надо делать? Той бокс закрыт. Надо освободить 6 душ. Ага. Так, всё это. Крепота какая-то. Ой, хрена себе, ты ротик открыл. Спи, скотина. Ладно, пошлите искать пока что души. Видимо, нашему ребенку пока что норм живется. Так, мы можем забраться наверх. Ух ты, ё-моё, нифига себе. Вот это смена обстановочки, конечно. Боже, что это? Это современное искусство. Добро пожаловать в 21 век. Какие-то непонятные, рисуночки. Эсун. Скоро. А можно сейчас? Я вот не люблю ждать. Короче, как это бесполезная, по-моему, комната, она нам ничего не дала. Я не понимаю, зачем вот это нам. Вот я видел до этого такого же, и их надо где-то собирать. Ну, давай здесь будем собирать. И у нас есть души. Стоп, можем в холодильник? Ой-ой-ой, какая у нас курочка. Сочи. FBI, open up! Так, какие-то шкафчики. Шкафчики. Вот это, конечно, русский язык у меня. Ой, я могу есть! Я могу есть. Я не могу есть. Я могу кинуть и сломать. О! Давайте возьмем ему в лицо кинем. Вот что-то у меня идея такая шикардосная за всю свою жизнь. Вот единственная идея, которая мне пришла, это ему в лицо это кинуть, конечно. Ты когда рот открываешь, ты похож на крика. Вот серьезно. А что мне с тобой делать? Ты из... Ой. Что? Closed. Ну, конечно, закрыт. А что, у вас больше кроме лифта нет лестницы, что ли, вы хотите сказать, да? То есть, если у вас пожар или, не знаю, землетрясение, вы как бы на лифте не спуститесь, вот чтобы вы понимали. Стоп. Сверху слева написано все. Чтобы вы понимали, я заметил это только через полчаса после того, как я начал играть. Идем к столу. Надо приготовить, нам ужин какой-то. Рождественский, да? Get turkey from the fridge. Не подумайте. Не Турцию мы пойдем брать, а вот это, как она называется? Стоп. А как она называется? Мой русский язык покинул чат. Стоп, а как я могу... мне надо сначала разогреть, оказывается, эту сраную курицу. А как тебя туда... вот так вот прям, да? Отлично. Да что ты за мной ходишь? Вот можно тебя, вот туда посадить и закрыть дверь. Все, до свидания. Hello? Ну, следовало ожидать, но попытка не пытка. Так, давай ты сиди там, ребенок. Но не смотри на меня такими голодными глазами. Что тебе надо? Ё-моё. Ты такой стрёмный, если посмотреть сзади. Да ты вообще стрёмный чел. Так, у нас готово, да, я так понимаю? Нет. Так, в му... стой, куда? Тебе так весело, да? Тебя сейчас чуть не засосало в эту сраную мусорку. Вы посмотрите, это ненормально. Вот если бы у меня был такой ребенок, и вот с такой улыбочкой. И тут я опять забыл про существование этих сраных заданий. Просто бродил по дому, как придурок тупой. Дайте по лицу дам этим хлебушком. Я думаю, это только за. А потом я опять, как придурок тупой, бродил по этому дому, пока не решил сделать этому карапузу сэндвич. Что еще? Грибы, не люблю грибы. Могу тебе по лицу дать, только единственное, что я могу. Вот лыбься дальше.
Вы поняли, что он сделал? Я ему на лицо положил гриб, он его высрал на свой бургер. Ладно, теперь закончим наш бургер вот этой булочкой сверху. Отлично. Ты будешь есть? Ешь. Ну, вот хотя бы улыбку твою страшную не буду видеть. Получи. А вот мне интересно, можно его отсюда? Блин, жалко, здесь не так высоко. Понял. Так, ладно, тебя покормить надо, да? Боже, чем я занимаюсь? Блин, я забыл про эти сраные задания, которые надо делать. Они слева же все время спавнятся. Так, мне надо декорейт, вот эти Крисмас, вот эту, короче, елочку новогоднюю надо нарядить. А вот и как раз у нас вкусняшечки. Отлично, я могу тобой нарядить. А я могу тобой нарядить? Будет охрененная просто елочка, мне кажется. Хотя он туда в угол кину. До свидания. Декорируем. Красота какая. Только елочка у нас, конечно, интересной формы. Нужна звездочка. Откуда я вам звездочку возьму? Get star from the attic. Если я перевел правильно, значит, у нас звезда в этой стрёмной фигнюшке. Зачем сохранить звезду отдельно от всех игрушек? В каком-то стрёмном подвале. Как это сказать? Непон. Ладно, не пугайте меня. А где ребенок? Я вот тебя вон туда в угол кинул. Сюда. А, точно, я его сам вот туда выкинул. Иди сюда, мой хороший! А, горит, горит, горит! А, надо точно, у нас здесь была вот эта фигня. Я могу? Высрала, конечно, нормально так. Курица готова? Нифига она не сгорела. Она вообще идеальная, в идеальном виде, по-моему. Так, иди сюда, малыш. Ренаты жесткий. Что ты сделал с бедной курицей? Я даже моргнуть не успел, как ты ее сожрал. Ладно, ты уже, видимо, и обосраться успел. И как мне тебя спасти от пердежа? Надо найти новогодний тебе аутфит. А, вот. А что ты улыбишься, я не понял. Тебя опять кинуть? Вот так-то лучше. Намного. А ты что здесь забыл? Пошел нахрен. Что мне с тобой делать? Положить в сидушку. Ладно, на, сиди. А тут на самом интересном моменте у меня отключилась камера. Сейчас что произошло? Это то, что я зашел в сраный в холодильник, чтобы достать еще одну курицу. Ну или что это? И я оказался здесь. Да пошел нафиг. Пицца. О, отлично. А как отсюда выйти? Это вы меня просто из-за курицы не хотите? Ну, не нужна мне ваша курица. Отпустите меня домой. Да тварь. Может мне кинуть в тебя курицу, и ты успокоишься? Меня шарики кидают. В смысле, не пон. Можно я в тебя тоже покидаю? Я тебя сейчас кину. Получи, тварь. Я гений? Я гений, слушай. Получи. Понял, вот туда. Вот не будешь связываться с Фомитиком и... моими подписчиками. А, вот и мы можем уйти как раз. Стоп. А где мы? Стоп. А, так вот наш дом, как я забыл. Привет! Ты заждался? А, блин, опять готовить эту срань господню. Так, проверить ребенка. Что? Ага, нам надо найти. Стоп, где-то я видел. Где-то я что-то видел по типу ручки. Пооткрываем немножко. Что такое? Ты кто такое? Давай я тебя помою. А, я тебя не могу мыть. Ох, твою мать! В этом видеоролике все настолько через жопу, что мне абсолютно сначала пришлось проходить это говно. 5 minutes later. Надо достать нашу курицу из... Да что за хрень? У нас какая-то реактивная духовка. Ну ладно. Кушать будешь? Давай, я сажусь с тобой. Куда мне садиться? Ура! Кушай! А вы откуда взялись? Ну ладно, я в принципе... Насрал мне на стол! Ни хрена! Что происходит? Пупс, ты больной, тебе надо по лицу надо... Иди сюда, я тебя возьму... А, я не могу тебя взять. Ладно, открываем. Ура, как весело, игрушки. А мне что-то адекватное можно подарить, пожалуйста? Другое дело. Ну что, маленький пиздец. Убери свои сраные глаза подальше от меня. Вот тебе, понял? Чтоб я их не видел больше. Ты что срёшь этими патронами? Получи, чтоб тебе жизнь медом не казалась. А, тебя надо в кровать положить. Ну все, отлично. Я рад своему подарку. Охрененно, на самом деле. Так, кладем тебе спать.
Спи, скотина. Положить правильный плуши в это. Вот этого. Так, уходим и закрываем. А что ты такая довольная, скотина? Что-то мне не нравится его улыбка. Я бы его еще раз покидал, но да ладно. Почему меня заставляют делать что-то? Что если я не хочу смотреть ТВ? Что если я хочу пойти в телефон, в ТикТок посидеть, посмотреть Фомитика? Ой-ой-ой, что происходит? Что? Чокнутая сука! Котик, hello. Это я тебя высвободил, твои души сраные, поэтому будь благодарным и не смей меня съесть. Понял? А, искать котика. Он так муркает. Иди сюда, я тебя догоню. А, ой, только не в эту комнату, ты чё? А, ой, значит, это еще мой подарок, только сейчас раскрою. Портал. Интересненько. Куда? Куда не улет? А, о, здрасте. А ты чё со мной не идёшь-то? В портал. Ну ладно, ты мне там... Последняя вещь, которая мне нужна там. А, это всё, да? В общем, игрушка прикольная, но я не сказал бы, что это хоррор. Скорее, просто забавная игрушка. Но мне понравилось. Если тебе тоже, то обязательно прожми лайкосик. Потому что, если наберем хороший актив под этим видеороликом, то я, в принципе, не против заснять более старые версии. Точнее, там какие-то чаптеры были у этой игры. Поэтому в них тоже можно поиграть. Если тебе понравилось, с наступающим тебя Новым годом. Хотя сейчас довольно рано тебя поздравлять с Новым годом. Ну или вообще даже... Хотя... Лучше рано, чем поздно, да? Сорян за такой неактив, потому что все-таки у меня школа, у меня там контрольные недели постоянно, каждый, чуть ли не каждый месяц, серьезно, ну, сложно, короче. На 2000 подписчиков у нас Майнкрафт, если ты по нему скучаешь, ты знаешь, что надо делать. Ну а пока, пока.